Приветище! Это Супраленд, и мы продолжаем наши увлекательные исследовательские путешествия. В прошлой серии мы запустили четвертую ракету и опять потерпели кораблекрушение. Все-таки мальчик-бог не дает нам отсюда сбежать с этой песочницы. Также мы в прошлой серии сбежали из тюрьмы, в которую попали вообще, ну, чисто случайно. Там нас спас Синий Халк. Вначале мы его спасли, он был обычным ковбоем, а потом выбрался на поверхность, стал Халком и помог сбежать нам. Ну и вот, собственно, мы и оказались в лавовой локации. В лавовой локации, которая была в оригинальной игре. В общем, пойдем смотреть, что здесь. Есть какая-то кнопочка. Что она дает? Ага, здесь у нас прыг-панель сломалась из-за камня. Камень нужно этот как-то убрать. Возможно, нам нужно найти тело. Тело бодибилдера или тело Халка, чтобы поднять этот камень. Понятно. Пойдем посмотрим, что у нас здесь. Вот она... Одна из наших ракет. А, все понял я, где мы. Вон там вот мы находили за кустами глобус. Точнее, его нашел один из ученых. Один из фанатиков, я бы даже сказал. Есть какая-то странная труба. Ага. Она никуда ничего не ведет. А также мы тут нашли красного чувака, которого придавило. Я даже без понятия, как его вытащить. За ноги его дернуть я тоже не могу. По всей видимости, силенок у меня пока не хватает. Где-то здесь кнопка была. Давай нажмем. И тоже не шиша. Ёк-макарёк. Куда ж мне дальше? Походу сюда. Сюда я могу забежать. Тайничок, что ли? Эй, тайничок. Ой, сейчас доберемся. Уверен, что тут что-то должно быть. Хотя нет, тут ничего не будет. Туда я точно не запрыгну. Ну вот. Здесь также есть еще красильная машина. Но она, по всей видимости, тоже сломана. В общем, тут все разрушено. Полная разруха, я бы даже так сказал. И ничего здесь сделать мы не можем. Короче, пойдем спускаться вниз. Но сперва нам нужно уничтожить вон тех вот скелетонов. Скелетончики. Получай. Вот так тебе. Ух, как АИМ здесь тренировать хорошо. АИМ нужен для CSGO и прочих скоростных экшенов. Так, собираем косточки. Возможно, они нам пригодятся еще. Надеюсь, что протестующие уже ушли и не парятся по поводу летающих ракет. Ох, сколько их тут, двое! Офигеть, чего у вас тут так много-то? Так, протестующие? Ага, они ушли. Вот этот чувачок остался. Чувачок в рубашечке остался, которого мне тогда писали в комментариях, что я его не заметил. Иди сюда. Отлично. Продавец ракет продал все ракеты, которые у него были. Наварился на трагедии. Ну, в смысле, то, что ракеты падают, это все-таки трагедия. Ты со мной согласен? Итак, что мы делаем дальше? Ну, по всей видимости, мне снова нужно добраться в Оранжбург. Но прежде чем мы это сделаем, я хочу разгадать вот эту вот фиолетовую загадку. Я, в принципе, уже понимаю, как и что нужно сделать. Мы поставим здесь силовой куб. Теперь делаем вот так вот. Все по красоте. Здесь нужно просто поднять... Ага. Теперь берем вот этот шарик. Я думаю, что сейчас у нас все получится. Кидаем его сюда. Оп, не ту кнопочку нажал. На кнопку я вот на эту ставлю наш телепорт-шарик. Вот так вот. Ну и все, в принципе, сейчас нам остается только пульнуть. Есть! Окрасилась. Шикардятина. Як-макарёк. Сейчас вставляем этот шарик и смотрим, что нам открывается. А нам открылся подвальчик. Подвальчик. Че, ныряем? Скорее всего, это тайная дорога в Оранжбург тоже. Ладно, пойдем. Кнопка какая-то. А, она прыг-панель активирует. Все ясно. Тут еще одна кнопочка. Ага, я понял. Теперь нам нужно туда как-то попасть. Но как? Ладно. Рано я обрадовался. Выбираемся отсюда. Я уже перепробовал все, что можно было. И с силовым кубом, и без. Никак дальше не пройти. Кстати, я вспомнил, что у нас здесь, в лего-городке, мини-городке, есть золотая дверь, которую мы можем открыть. Вот и все. А что у нас здесь? Куда это? Куда это нас ведут? Можно немножечко посветить? Все, вот эта золотая дверь была ради одной косточки. Но это не серьезно, ребят, это вообще не серьезно. Ну что, как в этот раз будем пробираться в Оранжбург? Все наши лазейки поубирали. В прошлый раз мы использовали вот эту прыг-панель, но теперь она не работает. Ух ты, смотри, сколько там скелетонов. Ничего себе. Надо бы их всех там поуничтожить. И потом пойдем вон туда вот. Там вот есть красная лампочка, которую мы можем активировать. Готовчик. Ну что,
Предлагаю теперь открыть вот эти каменные врата. Пуляем. И что же там, и что же там? Неужели проход? Нет, не проход, сундучок. Простой сундучок, скорее всего, улучшающий то, что у меня уже есть. И что же там? Урон вторичной атаки пушки Х2. Теперь у нас 128 урона. Шикарно, а было 64. Ладно, давай следовать проводкам, посмотрим. Может, они нас приведут куда-нибудь к нужному переключителю. Точно! Тут же силовой куб нужен был. Ого! Отлично, прыг-панель заработала. Ну как заработала? Что-то все встало. Кубик, ты что не работаешь? Вот. Прыг-панель работает недолго. Так, хорошо, нам нужно шарик перекрасить в красный цвет. Получится у меня это? А что, теперь так не работает? Раньше вроде как работало. Есть одна идейка. Хотя тупая идейка, потому что мне телепорт. Снаряд нужен будет. Хватаем вот этот вот снаряд. Красим его в красный цвет. Выставляем его в красный паз. Отлично. Теперь нужно телепорт снаряд вот сюда. Вот так вот его поставим. Надеюсь, сейчас работает. Главное, чтобы он не укатился. Не укатись, пожалуйста. Так. И куда-то он полетел? Полетел вроде. Телепортируемся. А, он скатился. Чтоб меня. Давай я сделаю вот так вот. Засаду для моего маленького шарика. Вроде не катится, да? Вроде не катится. Вон там он лежит. Все хорошо. Шпиньк. И снарядик все равно не полетел. Ну что ты будешь делать-то? Ладненько. Дай попробуем. Хоп, хоп. Есть, получилось. Хо-хо-хо. Ништячок. Мы снова здесь, кто бы сомневался. Теперь нам нужно найти еще один проход в Оранжбург. Ну, здесь как бы остался последний проходик, и он заточен вон там, в этой деревянной коробке. Там есть кнопочка, которую нам и нужно активировать, тогда ворота откроются. Но как нам это сделать, только ежики в лесу догадываются. Есть у меня один вариантик, закинуть сюда силовой куб, если получится. А, у меня получилось. О-о-о. И теперь как-то его нужно дотянуть туда. А как я это сделаю? А просто! Вот так вот, смотри. Есть! Все получилось! Двери открыты! Мы снова прошли в Оранжбург! Йо-хо-хо! Надеюсь, меня здесь никто не будет встречать. Ну, типа, банда. Обалдеть, ты посмотри, что они там отстроили. И глобус наверху. Офигеть. Они сошли с ума. Капец-капец был. А где все ребята? Фанатики, видимо, все теперь во дворце. Жесть, вот это они отстроили, так отстроили. Ну, молодцы, что сказать. Интересно, там в башне что-нибудь есть? Пойдем-ка зайдем, посмотрим, что, о чем речь вообще идет. Плоская песочница? Мир без кривых? Блин, а что он вообще чешет? Не слушайте его, о! Я думал, это чувака, которого нужно найти, он в такой же футболочке. Но нет. А вот он, смотри-ка, он тут есть. Все, нашли. Из 23-х 13 мы нашли. Шикардос. Пошли теперь к королеве. А, ну дабы еще наверх залезть каким-нибудь макаром. Давай попробуем это реализовать. Ну что, думаешь, есть там что, не? Давай залетим, сейчас посмотрим. Оп-оп-оп-оп, там деталюшечки есть. Хо-хо-хо, залетели. Шикарно. И вниз можно бабахнуть, да? Все, бежим к королеве. Срочно. Королева, здравствуйте. Подожди, ты это видишь? Здесь королева стоит, и там королева стоит. Обалдеть. Как это вообще возможно? Вы довольно ловкий незнакомец, не так ли? Наше царство может использовать во благо таких, как ты. Ну вот, началось. А ты что скажешь? Ну, ваше величество, у нас есть уже опекун, только он отсутствует. Это про какого опекуна ты говоришь, а? Пойду-ка я вот к этой королеве подойду. Что это за фигня? Это твоя, что ли, дочка там? Принцесска стоит или что? Незваный аутсайдер. Согласно словам Хильдегард, вы показали себя очень полезным в ее лаборатории. Ну, вообще-то 4 испытания, я жив. Я вообще живучий тип. Ладно, погнали. Ничего толком они мне не могут сказать, так что мне нужно в лабораторию. Срочно. Кстати, Хильдегард, как она, выжила или нет? Я надеюсь, что они выжили. Блин, ее нет. Может быть, ее в больничку везли? В прошлый раз, ну точнее последний запуск ракеты, для нее обернулся не очень хорошо. Батарейка, короче, что-то заискрилась, потом бомбанула, и Хильдегард отлетела в сторону от взрыва батарейки.
Давайте спросим у Пухлиша, что произошло. Если ты не можешь найти лома, Хильдегард может обладать информацией, где можно найти этот лом. Так, значит, Хильдегард жива. Это хорошо. Собери зеленую трубу и направляйся на юг города. Какую зеленую трубу? Вот эту, что ли? Вот эту, значит, да? А как я ее соберу? Фиолетовую штуку надо сюда вставить. Сейчас принесу. Сейчас сделаем все. Отлично, все готово. Че, мне как бы залезть надо, да? Опа. Вау. Ай, меня выплюнуло обратно. Силовой куб туда надо закинуть, давай попробуем. Силовой куб, получилось. Что ж, полезли наверх. Надеюсь, у меня получится это. Вначале мы залезем вот на эту крышу. Вот таким вот макарчиком. А теперь вон туда. Готово! Оу, нифига себе, там сколько всего интересного, я аж испугался туда прыгать. Подождите. Вот что находилось за синими воротами. Где-то здесь синие ворота должны быть. Блин, упал! Вот они, эти синие ворота. Тут, короче, еще один дополнительный город. Все ясно. Ну что, пойдем спустимся вниз. А так вот, мы спустились. Смотри, какой здесь замок здоровенный. Ключик нужен, чтобы отпереть вот эти врата. Тут у нас что-то светится. Что-то прям вот тут должно быть. А здесь лом. Тайник нашли, шикарно. Здесь, естественно, все закрыто. А может и открыто. О, больничка. Хильдегард, наверное, находится там. Пойдем-ка сюда. Здрасте. Профессору Хильдегард нельзя. Приказ принцессы. Вот дела. Надо обходные пути искать. Нам нужно как-то туда через окошечко, что ли, пробраться. По-любому где-то что-то... Вон, есть, все есть. Все, ништяк, сейчас залезем. Меня еще ничто не останавливало. Значит, делаем мостик. И полезли. Хильдегард, я здесь. Я здесь. Привет! Ох, блин, знатно тебя потрепало, конечно. Нифига себе. Что это такое? Force Cube Stomp Jump. Подожди, это что, я могу теперь на кубе прыгать? Ну-ка. Ух, нифига себе. Наш куб теперь как батут. Шикарно. Спасибо большое вам, профессор. А можно ваш халатик одеть? Нельзя? Ну ладно. Еще раз спасибо и пока. Я пошел. О, монетка. Зеленый тип лежит. А ты-то откуда? Это туберкулез. Я это знаю. Фу, он заразный. К нему лучше не подходить. Так, монеточку сейчас заберу. И вот тут еще хлам есть. Отлично. Теперь нужно как-то отсюда выйти. Как выйти? Найти проходик нужно. Если тебе нравится Супраленд, то с тебя лайк под этим видео. И, конечно же, подписочка, если ты еще не подписан. А на этом все. Пока. Увидимся в следующем видео.